Всем привет, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такую томатную пасту Кухмастер. Здесь у нас 930 грамм. Так, давайте посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, другой язык. Так, покупала я ее в Светофоре где-то за 83 рубля плюс-минус, но меньше 100. Так, и давайте же ее откроем и попробуем. Опа, наконец-то. Мы ее открыли. Было очень сложно, но я это сделала. Так, сразу нам понадобится тарелочка. Ой, какой пошел аромат помидорки. Обалденно. Так. Мы ее с вами посмотрим. Ну, на вид она такая темно-красного цвета. Похожа, знаете, на какую-то печень. Как она тоже бывает такая красная. Так, меня больше интересует, есть ли в них... Да, там есть разные козявочки. Пожалуйста. Да, как мы обычно с вами смотрим, всегда так. То есть они, в принципе, должны присутствовать. Такая она, смотрите, хорошенькая. Так, сейчас я ее попробую. По-моему, даже, насколько мне помнится, делают томатный сок. Покупают томатную пасту, разбавляют ее с водой, и якобы томатный сок получают. Я не знаю, честно, не делала так никогда, но вы напишите в комментариях. Можно так делать или нет? Пробуем. Она в меру соленая, но присутствует какой-то такой вкус. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, вроде как чувствуется аромат помидорки, но ощущение, как будто эта томатная паста сделана не из томатов, а из чего-то другого намешанного и просто добавлен аромат помидорки. И все. То есть, ну, блин, она не настолько вкусная, как бывает, например. Давайте попробуем еще разочек. Может быть, ее вот именно ложками кушать, честно говоря, не очень. Как-то так. Если ее, наверное, добавить в макарошку или в супчик, или куда-то еще, может быть, будет вкусно, но все равно она должна быть вкусной, я думаю. Ну, такая, не очень, честно. Как-то так, в меру соленый, но присутствует какой-то такой вкус, который, знаете, неприятно делает языку. Ощущение, что язык начинает покалывать. То есть, блин, это неприятно. Конечно, мы с вами будем пробовать еще томатные пасты других производителей, но мне кажется, они повкуснее. Не знаю, как должно быть. Мы особо не берем никогда, но, честно говоря... Второй раз, наверное, я брать ее не буду. Посмотрим, как она будет в еде. Может быть, будет повкуснее, может быть, немножечко другое будет. Не знаю даже. Мне не особо, честно. Какой-то привкус присутствует непонятный. Какой-то металла, что ли, какого-то, я не знаю. Какой-то... Не могу сказать. Ну, невкусно. После вкуса ужасно, противно, невкусно. Не знаю, такой у нас с вами был обзор. Мне казалось, что это будет реально вкусно. Но, видимо, там, наверное, состав не очень, я так понимаю. Состав: томатная паста, массовая доля растительных сухих веществ не менее 25%. Ну, видите, какие-то там, блин, не знаю, хотя состав обыкновенный, но, не знаю, срок годности у нее не вышел. То есть у него вот даже до 21 года, вот видно, до 21 года, сейчас у нас 2020. То есть она еще целый год может спокойно лежать. Вот, ну, так, средненькая, знаете, поставила бы, наверное, звездочки 2. Посмотрим, будем пробовать другие, может быть, другие повкуснее, или, может быть, они такими должны быть. Вот, напишите мне, кстати, об этом обо всем в комментариях.
На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши обзоры на другие продукты, шоколадки разные, консервы из магазина Fix Price, товары, продукты, продукты из магазина Светофор, Победа, из других магазинов. Обязательно смотрите, у нас очень-очень много всего интересного, и все это я делаю для вас. Также смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также есть другие ролики, живопись, фоны. Там много-много всего интересного. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, лайки-лайки. Пишите комментарии. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.